Здравствуйте, дорогие зрители. Мы находимся на самом верхнем этаже у меня дома, в гостевой комнате. Кто смотрит мой канал, тот знает, что я живу на юге Германии. И здесь показываю, как я выращиваю свои кактусы и некоторые суккуленты, среди которых находятся динтарантусы. Вот они, литопсы, офтальмофилумы. Сегодня немножко покажу вам мои динтарантусы и как зацвели офтальмофилумы опять. Раз в неделю я поднимаюсь, ну где-то так, раз в неделю сюда, чтобы полить цветы кое-какие. И вот хорошо, что поднялась, расцвел офтальмофилум. Нежный такой розовый цветок. И вот еще один расцвел. Они уже, в принципе, все перецвели. Сейчас у нас конец сентября. Многие уже перецвели и все. Остались вот засохшие бутоны. Вот такая прелесть. Смотрите, как со стороны они смотрятся. У них глазки, как у улиток, прозрачные. У кого есть офтальмофилумы, тот знает, какие интересные это растения. Хотелось бы, чтобы вот этот вот, это офтальмофилум Лидии. Яркий такой, зеленый, сочный цвет зацвел бы. Ну, пока ничего. Также здесь у меня находятся маленькие всякие прививочки кактусов. Разнообразные. И маленькие астрофитумы гибридные. А также вот здесь на окошке, здесь у меня растет астрофитум Дигитостигма капут медуза. Я их уже занесла на зимовку. Она любит зимовать в тепле. Сегодня она тоже получила немного воды. И вот у нее бутон. А также здесь вот находится мое растение суккулентное, которое постоянно цветет. Постоянно, целое лето. Давно я не делала обзоров цветочков своих. Вот этот суккулент тоже цветет. Он такими мелкими бордовыми цветочками. Разросся очень хорошо. Раньше он жил в теплице на жаре, и ему было неприятно. С тех пор, как он живет на окошке южном, он чувствует себя очень хорошо. Ну, а здесь, как всегда, осенью мелокактус выпускает свои плоды. Мой огромный феррокактус все еще на улице стоит. Феррокактусам нужна зимовка при температуре плюс 8, плюс 7. На улице он не сможет, надо его будет занести. И вот, посмотрите, как красиво цветет фуксия. Надо бы пересадить мою агаву. Там у нее даже детки образовались. Может быть, отсадить и вынести на улицу, кто-нибудь заберет. Гранаты спеют. Деревце постепенно теряет свои листочки. А гранаты уже красные почти. Ну, здесь вот поменьше вот эти. Может быть, будут красные внутри, не знаю. Диего ходит, мешает черепахам. Черепах я рассадила, и они теперь по одному. Черепахи у нас два мальчика и все время дерутся. Вот этот вот большой все время маленького бьет. Ну вот так вот. Скоро уже в октябре мои листовые кактусы, эпифилумы пойдут на зимовку. Но пока еще кое-кто из них цветет. И там на балконе я не показывала. А Акерман цвел красным. Это все можно будет скоро засохнет и удалять и отправлять на зимовку. Так, пальму уже пора бы занести в квартиру. Что-то я не подумала. Так, что у нас дальше? Ну, а здесь везде эпифилумы. А, пожалуйста, я не заметила. Целую неделю не обращала внимания на них, так как работаю. А вот расцвел эпифилум. Ну, этот эпифилум мне, наверное, кому-нибудь надо подарить.
так как у меня два таких вот. Вот такой вот. Нежные мелкие цветочки, но довольно приятные. На осень я его обчекрыжу, конечно. Пообрезаю все лишнее, что побилось градом. Такое вот некрасивое. Оставлю пару листиков буквально, и он все равно вырастет. Никогда не жалейте свои эпифилумы. Если им нужна обрезка, вам не нравится растение, обрезать так, как вам понравится. И все будет хорошо. Вот посмотрите, за сезон он тоже цвел, да. И вот здесь вот что-то с листочком стало. Это все можно убрать, отрезать. Ничего страшного. Если вам какой-то лист не подходит, просто его обрежьте. Самолеты у нас летают. Мы живем возле аэропорта недалеко. Ну а вот это вот чудо еще в этом году и в прошлом не цвело. Оно развивалось. Не знаю, вряд ли я уже в этом году застану какое-то цветение. Возможно, в следующем. Это Селеницериус красный, по-моему. Но точно не знаю, так как он у меня не цвел. А бассейн мы свой убрали, все, остался песочек, все уже идет к зиме. Ну а этот кусочек видео для Татьяны, моей подписчицы из Италии. Татьяна, ваш обезьяний хвостик опять цветет. С тех пор, как я его забрала к себе, чтобы переслать вам, он уже цветет четвертый раз. Боюсь, пока он приедет к вам, он уже потом не захочет цвести. Ну а пока вот так вот радует нас цветением. Также хочу передать привет Татьяне в Киев, моей подписчице, от которой я получила книгу в подарок о литопсах. Сегодня я брала ее на работу и немного пролистывала. Спасибо еще раз большое, я вам очень благодарна. У нас уже где-то 6:30 вечера, еще не потемнело, 25 градусов. Смотрю, на матуканах пошли бутоны. Я слышала, что будет хороший октябрь здесь, на юге Германии. Но это мы еще точно не знаем. Посмотрим. А также меня спрашивали, почему я рассаживаю свои литопсы вот так вот в отдельные горшочки. Для того, друзья, во-первых, по видам отдельно. Во-вторых, чтобы им было удобно расти, чтобы развивались хорошо корешочки, чтобы никто не толкал их и не мешал. В-третьих, если, не дай бог, какой-то литопс загниет или что-то с ним не так пойдет по здоровью литопсному, то этот литопс будет пропадать один в горшочке, а не целая компания, не потянет за собой еще какой-то литопс. Вот еще на карасмонтане бутоны пошли. Поэтому они у меня сидят отдельно. Если у них две головы или три, то это одно растение на одном корне. Но все же некоторые литопсы я посадила вместе. Сейчас я вам их покажу. Вот эти вот два разных растения, вот эти. В прошлом году, этой зимой, они поменяли, видите, вот этот один на две пары листьев и вот этот на две пары листьев. Также здесь произошел хорошая смена листа, произошла тоже, видите, вот так вот. Это Litops hockeri, и он очень крупный. Он сам по себе, этот вид, очень крупный. Вы не думайте, что они такие толстые, что я их полила или что. Есть совсем маленькие литопсы, виды, которые, ну, не вырастают большими. Вот еще горшочек, где сидят некоторые литопсы. Здесь вот немножко припухло, может быть, будет цвести. Но еще пока им есть место, но уже как бы маловато. Почему эти литопсы сидят у меня отдельно вот в таких горшочках? Это литопсы не видовые, недорогие, а те, которые мне подарили или я покупала в цветочном магазине. Что хочу сказать. Литопсы, которые покупала в цветочном магазине, у меня ни один не пропал. Я много их также раздаривала.
что получила в подарок и что купила, дальше раздаривала. Никто, ни один не пострадал. Представляете? Вот еще очень красивый литопс. Сегодня довольно приятная погода. Кое-что уже опять в бутонах. Ну а вот эта мамилярия постоянно у меня в цвету. Хорошо, что я сюда подошла за этим большим кактусом. Я совсем не увидела. Посмотрите, что расцвел астрофитум. Хороший такой красивый интенсивный цвет. Ну и здесь мамилярии, они цвели целое лето. Начиная с весны, цвели, цвели. Когда больше, когда поменьше, но все время. Практически цветение у них вообще не заканчивалось. Вот видите, этот кактус огромный. И за ним, пожалуйста, спрятался товарищ цветущий. Хотя уже вечер. Я после работы устала, но мне не хочется заходить в квартиру. Мне хочется еще и еще любоваться своими кактусами, наблюдать, как у них распушились верхушки за лето, какие они красивые стали. Ну и, по-моему, я нашла один кактус, который будет уже все помирать. Видите, вот этот. Долго он у меня мучил меня, в общем. Не укоренялся толком. Корешки, если укоренятся, потом не растет он. Вот он такой вот. Ну, посмотрим, конечно. Не знаю, это Эхиномастус лауи. Или как? Сейчас я посмотрю. Да, лауи. Эхиномастус. И вот он такой. Не знаю, что ему надо и почему. Но иногда, друзья, кактусы тоже бывает, что умирают. Ну, конечно же, цветут гимнокалициумы. Этого у них не отнять. Гимнокалициумы, мамилярии, самые простые, которые будут вам цвести постоянно целый сезон. Заводите гимнокалициумы и мамилярии. И будете, конечно же, довольны. А вот там цветет астрофитум. Немножко приблизим. Молодчина. Ну, а я надеюсь, что все еще не поздно, и я увижу цветение своих эхинопсисов гибридных еще в этом году. Потому что бутоны есть. Смотрите, бутоны есть. И они меня радуют, развиваются. Ну что, дорогие мои друзья, сегодня очень видео затянулось. Желаю вам всего самого наилучшего. Всем добра, всем пока.